Всем привет, с вами Дагот. Я с сетом продолжаю рубиться в Воге на карте Excel размера. Вот, выпал коричневый. Коричневый уже с какими-то войсками маломальскими. Окей. Где там мой главный герой? Надо тебя по-быстрому качать. Собственно говоря. Потому как тебе придется воевать скоро, чем судья, я так смотрю. 8 палаток у меня пока есть. Да, прекрасно на самом деле. Ждать наверх. Наверх. Тут сюда пойдет. Застреливаем, жалко. Так, подождать. Этого убрать. Ждем. Этим ударить. Прекрасно. Так, еще 300 экспульки. Замечательно. Окей, надо таки сюда дойти куда-то. Эх, этих, наверное, рановато пока будут щемить. Да, еще здесь кусок опыта заберем свой. В конце концов, за ними я сюда и пришел. Ребят, вас-то вообще никаким боком не спасает. Забрать бы вас, переманить какой-нибудь дипломатией было бы круто, конечно. Вообще по красоте, просто по красоте. Ну и прокнуло, когда надо. Я пришел тебя убивать. Ты, наверное, не ждал меня. Еще вот так с пульки. Отлично. Так, здесь у нас караулка, да? Хорошо. Хорошо. Да, здесь для замка моего просто очень жирная карта. Есть еще замок такой. Еще замок такой. Такой замок есть. И коричневый. Так, кто он у меня коричневый вообще? Он даже некромант нарисовался один. Коричневый у меня типа некромант, да? Как-то с войсками у некроманта вообще не валом я, как я погляжу. Ну ладно, окей. Он из ангелов, по идее, можно еще собрать, пробовать. Идем дальше. Идем дальше. У меня есть герой, которого надо качать, чтобы он далеко ходил. Базовая разведка. Надо тебе воры, не надо. Не нужны тебе воры пока. Все, как бы заблочено, да? Сюда пойти глянуть, что здесь творится. А тут творится голда. Незалученная.
И это прекрасно. Алтарь земли, там воевать надо. Не пойду туда. Окей. Здесь собрали кучку. Тут все, тут все. Сюда вниз пока рано идти. Пойду-ка я гляну, что под землей творится. А, тут второй пацан. Надо сбегать срочно, потому как все плохо. То мои 350 голды в день еще могут разойтись скоро. Так, окей. Окей, 5918. Что мне нужно построить? Мне нужно построить, в принципе, монастырь. А почему бы нет? Лучники, они ж такие лишними совершенно не будут. В общем, это был четвертый день второй недели. С вами был Дагод. Всем удачи. Всем пока.